Грибное подполье. Жители дома номер 1А по улице Юрия Менякина обнаружили в своем подвале целое производство грибов. Жильцов насторожило подозрительное поведение председателя их ЖСК Марины Овчуховой. По словам очевидцев, она постоянно приходила к этому подвалу ночью, встречала какие-то машины. Из них в помещение переносили мешки. В одну из ночей удалось даже снять происходящее на видео через отверстие в стене. Тогда встревоженные жители обратились в полицию. Когда участковый вместе со слесарем вскрыл дверь, оказалось, что весь подвал уставлен мешками грибов. На них даже успела вырасти плесень. В настоящий момент помещение опечатано, а ночная грибница, как рассказывают жители дома, заперлась в своей квартире и не выходит на связь.